Друзья мои, будет ветер, шумно. Ну вот снимем ландшафтный заповедник. Есть такая штучка в Бердянске, красивый. Большой такой на спуске у нас, кто не знает. Вон нырки плавают. Вон лебедь. Вон полетели уточки там. Вон кричат, слышите? Вот чайки. Вон, видите, лебеди там, да, вон. Здесь вода, ну, к концу лета она, конечно, высохнет. Здесь потом много будет маленьких и нырков, лебеди, аисты, всякая здесь пролетает наперекур. Цапли. Цапли, да, здесь есть цапли. Вот с другой стороны покажу, тоже большая территория. Как все красиво. Вот такая вот. А эта дорога туда вот идет на Новопетровку, и там вот люди, вон там в конце тоже на пляже отдыхают, приезжают. Это открытое море. Вот с той стороны вот это вот, здесь вот коса оттеняет туда вдаль. И город как бы в заливе. А вот здесь открытое море, кому интересно, приезжает в закрытое, открытое море. Там глубже, конечно. Вот такой вот обзор нашей красоты. Смотрим, подписываемся. Всем спасибо.